Привет, у меня перестал работать корректор фар вверх-вниз. Вот сейчас вам покажу, как вот не выезжая с этого гаража, можно его починить, при этом никому ничего не нужно платить. Теорию я получил от лутугинских пацанов. Мастер Лёша, привет тебе передаю. Сейчас посмотрим, первый раз это буду делать, как у меня это получится, какие будут нюансы. Ну я знаю, что у меня все получится, поэтому приглашаю вас к просмотру. В общем, вытянули вот эти вот пластмасски, в которых стоит поршень. Поршень прижимает вот эта вот штанга, которая упала вон. На штангу пружина. И потом все закрывается вот этим вот колпачком. Вот этот колпачок вытягивается. Вот я вот так, и с щипцами вот этими вот вытягивал. А на него еще надевается вот этот вот пыльник. Ну, когда буду собирать, я вам покажу. Вот так вот. Отверткой повернули. На сколько? 90 градусов. А вот этой проволокой сейчас я клац-бац. И ничего не готово. Клац-бац и вытягиваем. Так, берем лейку, тосол, заливаем. Полная. Упс. А то еще поднимай и пальцем затыкай. А, все вылилось. Ну ладно, пускай стоит. Следующую. Чуть-чуть лей. Ага. Хорошо. Еще. Еще каплю, да? Все, себе. Итак, тут надо открутить, будет снять вот эту вот крышку. Под этой крышкой есть гайка на 22 пластмассовая, где-то она. Вот она. Откручиваем и вот так вот вообще. Отсюда достаем вот сюда вот, вот эту вот регулировку и снимаем сейчас трубки. Снял трубку левую, там у меня помощник доливает, прокачиваем, чтобы воздуха не было, а здесь вот капает, тряпочку подложил, но я думаю, мы уже прокачали, можно назад надевать. Снимал пассатижами эту трубку, немножко повредил, надо будет его обрезать теперь. Ну, снять ее хорошо не получится, поэтому сразу советую обрезать. Где ножик? Где? О. Когда обрезаем, там уже жидкость у нас налита, будет капать жидкость. Так что подлаживайте тряпки всякие. Опа, обрезали. А, куда она? А, вот, все, полетела. Теперь с той стороны помощник, иди, закрывай пальцем. Сейчас мы сделали вакуум, у меня не капает, бросай, сейчас прокапаем, чтобы воздух весь вышел, который был. Он бросил, капает. Закрывай. Все, прогнали систему. Теперь я, что обрезал вот эту вот трубку, снимаю вот этими вот тонкогубцами и плоскогубцами. В общем, отрываю ее просто. Просто-напросто. Оп, все оторвал. Теперь беру эти пассатижи и надеваю трубку эту. А ну, Анатолич, еще брось, чтобы покапало. Все, оп, иди снимай, как я буду надевать. Сейчас, подожди. Все, иди снимай. Видно? О, видно. И вот так вот надеваем с помощью пассатижей обратно эту трубку. Опа. Все, одели, вытираем, проверяем, чтобы. Отпускаю палец.
чтобы было герметично. Сейчас самый сложный момент — это собрать все обратно, поставить поршень, вот этот вот шток, пружину и фиксатор. Сейчас покажу, как это мы будем вдвоем делать. Так, вон дефензор. Ты сейчас чуть выливал там, да? И мы сейчас поставили на минимум, да? Хорошо. Чуть меньше. Жидкость немножко меньше выливаем, чем половина. На корректоре стоит самое, самое низкое положение. Так, дальше собираем. Ставим поршень. Вот он, поршень. Толкаем его отверточкой можно. Упс. Надо было пососать еще. Вытягиваем, потому что пошло что-то не так. Обратно вставляем. Блять. Штанга. Штанга. Зачем ты этим? Штанга. Да, подожди он. Ого. Поправляем. Блять, штанга. В общем, все спешат куда-то. А ну быстрее не бежит. Нажимается, не знаю. Если протекает, то плохо. Что, мягко? Мягко ли? То, что нажимается. Значит, там воздух остался. Ладно. Дальше пружина. Надо вытирать ее. Весна. Пружина. Ты туда. Короче, хоть сильно не хрюкай. Вот. Надо сделать упор, потом берем фиксатор, ключ на 12, такой круглый. Вот так вот надавливаем. И заталкиваем туда-обратно этот фиксатор. Впихиваем. Опа. Все, есть контакт. Потом дальше пыльник обратно надеваем. Когда собрали вот этот вот корректор, вставляем обратно. Покажу на левой стороне, потому что здесь более видно. Октан корректор вот этот вставляется и прокручивается по часовой стрелке получается. Вот снимаем вот эту вот фишку. Покажу сейчас вам в наглядном примере. Так вот вставляете его. Там есть пазы. Вставили, нажали до упора. Вот так вот нажали. И прокручиваете по часовой стрелке, и он защелкивается. И так же самое его нужно снимать, то есть сначала против часовой стрелки так нажимаете, а потом вытягиваете. Собираем обратно внутри. Здесь вот есть паз, есть паз, есть прорезь. Вставляем. Ищем гайку. Теперь показываю работу. Включаем зажигание, свет и работу корректора. До этого вообще не работал. Смотрим. Все работает лучше, чем новый. Вот.
Теорию, в общем, вы получили. Можете приступать к практике. Ставьте лайк, делитесь с другом, у кого такая есть проблема. В общем, два человека могут сделать, решить эту проблему.